Меня зовут Яковенко Марина, мне 14 лет. Я учусь в Севастопольской художественной школе и в ГБУ СОЖ номер 6. Рисую вот уже 6 лет. Больше всего мне нравится рисовать иллюстрации книгам или каким-нибудь рассказам. Мне нравится рисовать свои воспоминания, так скажем. То есть я что-то увидела, это запомнила, потом взяла, пришла домой и сделала по ним композицию. Нравится мой рисунок, который нарисовала прошлым летом. Это натюрморт. На нем стоит белый сервиз на белом фоне. Это было такое задание белым на белом. Там надо было правильно поставить свет. Хочу попасть на пленэр юных художников для получения новых впечатлений. Я хочу поступить в Московский политехнический университет, Институт графики и искусства книги имени Фаворского. Конечно, для этого нужна самодисциплина, практика, еще нужны краски, кисти, уголь нужен. Хочется больше продвигаться в этом плане, стать известной художницей. Меня зовут Елизавета, мне 5,5 лет. Я родилась большой, чуть-чуть большой, вот такой вот. Я занимаюсь танцами, рисованием, играю на пианине, потому что пианино самое лучшее. Мне подарили пианино, я хотела играть так суперско, чем вся земля. А это пианино, оно так ужасно звучало, просто ужас один. Я хочу стать пианисткой классной. Пианино – это самый лучший мой инструмент. Меня зовут Полина, мне 13 лет. Я учусь в детской художественной школе имени Юрия Васильевича Волкова и в средней школе номер 14 города Евпатории. Рисовать я любила еще с детства, я видела, как моя мама рисует что-то. Мне хотелось так же, я поняла, что в будущем хочу поступить в художественную школу и закончить свое образование на художественную специальность. Мне кажется, я рисую каждый день. Мне нравится рисовать архитектуру, и в целом нравится что-то рисовать для себя в цифровом искусстве. Это моя любимая картина «Ильинская церковь». Мы ее рисовали вместе с художественной школой. Я хочу поступить в художественное училище имени Самокиша. Там есть направление, иллюстраторство, дизайн. И мне хочется поступить на какую-нибудь из этих специальностей. Для того, чтобы дальше продолжать свое творчество, мне нужна специальная техника. Просто обычный маленький бюджет, на который можно будет установить программу для рисования. Мне это поможет развиваться как дизайнеру, иллюстратору и воплощать свои творческие идеи в цифровом формате.